Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter number 11, Verse number 6. This chapter is entitled Maharaj Rahugana Takes Instruction from Jadbharat. Итак, мы сегодня читаем Шримад Бхагаватам, песню 5, главу 11, текст 6, который называется Махараджа Джадабхарата дает наставление Махараджа Рахугане. So, will you chant the Sanskrit or I'll just chant it myself? Вы будете за мной повторять санскрит или мне его прочитать самому? Из-за того, что сигнал доходит не сразу, будет немножко дискомфортно, поэтому пусть Махарадж сам повторяет. Since the internet is being poor today, the internet connection, so you'd rather chant it yourself? Okay, good idea, right. Dukam sukam vyatirchitam chatevram kalopapanam palam avyanakti alingya maya rachitantaratma svadehinam samsmriti chakrakuta. Dukam sukam vyatirikam chativram kalopapanam palam avyanakti alingya maya rachitantaratma svadehinam samsmriti chakrakuta. Dukam sukam vyatiriktam chativram kalopapanam palam avyanakti alingya maya rachitantar atma svadehinam samsmriti chakrakuta. Right? Word meaning. Dukam. Oh, you can read. You Russian, read. You don't need to read. На русском языке мы прочитаем пословный перевод. Дукхам – несчастье, порожденное грехами. Сукхам – счастье, порожденное праведными делами. Вятрик – иллюзию. Ча – также. Тиврам – очень суровое. Кала Уппанам – получаемое в должный срок. Халам – последствия. Авьянакти – создает. Алингия – принимая. Майя Рачита – созданный материальной природой. Антаатма – ум. Свадейнам – само живое существо. Сам среди материальными действиями и их последствиями. Чакра Кутага, который обманом завлекает живое существо в круговорот. Go ahead. Translation. Перевод. Привязанный к материальному, ум обволакивает душу и переносит ее из одного вида жизни в другой. Это называется круговоротом материального бытия. Ум заставляет живое существо испытывать материальные страдания и наслаждения и, ввергнув его в иллюзию, подталкивает на все новые и новые правильные и греховные поступки, которые каждый раз порождают новую карму. Так душа становится обусловленной. Commentary. Комментарий. Счастье и горе, которое живое существо испытывает в этом мире, являются продуктом деятельности ума, находящегося под влиянием материальной природы. Окутанные иллюзией, живые существа вечно остаются в обусловленном состоянии, отождествляя себя с различными материальными телами. Такие души называются нитья-бадхами, вечно обусловленными. Причиной обусловленного существования души является ум, поэтому основная цель практики йоги – обуздать ум и чувства. Если человек обуздывает свой ум, его чувства успокаиваются сами собой, а значит, ему больше не придется совершать благочестивые греховные поступки и пожинать их плоды. Когда ум устремлен к лотосным стопам Господа Кришны, Савай Манага Кришна Падаравиндайо,
то чувства сами вовлекаются в служение Господу. А если ум и чувства заняты преданным служением, у нас естественным образом развивается сознание Кришны. В Бхагавад-гите сказано, что тот, кто постоянно думает о Кришне, является совершенным йогом, йогинам абисарвишам, мадгатентара атмана. Итак, ум антаратма подчиняется диктату материальной природы, майя рачитантаратма, свадегинам самсри, самсрити чакра кудага. Необычайно могущественный ум обволакивает живое существо и низвергает его в волны материального бытия. Ом агьянат мерандасья агьянанджана шалакая чаксурун милитаньена тасмай шри гураве намаха. Нама ом вишну падая кришна пристая бутале шримати бхакти веданта свамините намане. Намасте сарасати деве коравани пречарине. Nirvishesha shunyavadi paschatya deshatarine vancha kaupatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhar shri vasade gaur bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing of the encounter between Jadbharat and Maharaj Rahugana. Maharaj Rahugana. Had engaged Jadbharat to carry his palanquin. Итак, мы здесь с вами слышим разговор, который состоялся между Джадбхаратой и Махараджей Рахуганой, который попросил, который дал приказ Джадбхарате нести его паланкин. So it happened, Jadbharat, because he had a big, strong body, the king thought he would be good to carry his palanquin. Поскольку у Джадбхараты было сильное, крепкое тело, царь Рахугана посчитал, что это подходящий кандидат для того, чтобы нести его паланкин. So when Jadbharat was carrying the palanquin, he saw some insects on the path, and he was very careful not to stamp on them, not to crush them, and he would move in an irregular manner. Когда Джадбхарата нес паланкин, то по пути он видел множество насекомых. И поэтому для того, чтобы не раздавить их, не нанести им вреда, он шел непрямым образом. So because Jadbharat was carrying the palanquin in an irregular manner, it was a disturbance for the other people who were carrying the palanquin with him. И поскольку Джадбхарата нес и при этом шел непрямой дорогой, то это приносило беспокойство всем тем, кто также нес этот паланкин. And the result was Maharaj Rahugan was put into an uncomfortable situation. И в результате это доставляло дискомфорт Махараджа Рахугане. Maharaj Rahugana got down from the palanquin. And he was very angry, and he threatened Jadbharat in many ways. Махарадж Рахугана пришел в ярость. Он спустился с паланкина и стал угрожать Джадбхарате самым разным образом. Махарадж Рахугана thought Jadbharat was just some unintelligent, foolish person with no education. Махарадж Рахугана посчитал Джадбхарата абсолютно неразумным, глупцом, необразованным. He did not know Jadbharat was the most enlightened personality. При этом он не подозревал, что Джадбхарата является самым возвышенным, самой возвышенной личностью. So Махарадж Рахугана was telling Jadbharat, I'm going to have you, I'll beat you, I have you beaten. If you don't carry the palanquin properly,
I'm not going to let you off with it. I'll have you beaten, or you're going to be punished. И Махарадж Рахугана сказал: "Я побью тебя. Я сейчас прикажу, чтобы тебя побили хорошенько, если ты продолжишь нести паланкин таким образом." So Jagbarat listened to the words of Maharaj Rahugana, and then he replied to him, showing himself to Maharaj Rahugana that he was not the uneducated, foolish person which Maharaj Rahugana thought he was. И затем Джатабарата выслушал это все и начал говорить с Махараджей Рахуганой. При этом его слова явно выдавали то, что он является не глупцом, не необразованным, таким, каким его представлял изначально Махарадж Рахугана. Actually, Махарадж Рахугана was a saintly person. He was going to visit, he was going to Ganga Sagar, he was on his way to Ganga Sagar. So he was interested, he was looking for enlightenment. На самом деле Махараджа Рахугана был достаточно святой личностью, ведь он направлялся в Ганга Сагар в этот момент. И то есть он был в поиске, он искал просветление. So his meeting with Jagbarat was really the arrangement of Krishna, that Krishna, the Supreme Lord, by the will of destiny, arranged for these two persons to meet and for Maharaj Rahugana to get enlightenment from Jagbarat. То есть на самом деле эта встреча Махараджи Рахуганы и Джадабараты, это был план Кришны, который осуществился также в рамках их судьбы, их встречи Махараджа Рахугана для того, чтобы тот получил просветление от Джадабарты. Махарадж Рахугана, he was thinking, I'm the king and you're my palanquin carrier. But Jagbarat pointed out that this is actually illusion to think like that. Махарадж Рахугана думал таким образом: я царь, а ты носильщик моего паланкина. Но Джадабарата продемонстрировал его, что тот заблуждался, он находился в иллюзии, думая таким образом. Jagbarat himself had been the king in his previous life. In his previous life he had been Bharat Maharaj, the emperor of the world. Джадабарата сам был царем в своей предыдущей жизни, Бхарата Махарадж, императором. He had, by some defect in his own spiritual practice, he had become attached to a deer and taken the body of a deer, and then after that, he took birth in a Brahmana's family. По какой-то ошибке он отступился на своем духовном пути, и в результате ему пришлось принять тело оленя, а затем он родился уже в семье брахмана. So taking birth in the brahmana family, he was very careful because he remembered his previous lives. He was very careful not to get entangled with material affection for the family. И при этом, родившись в семье брахмана, он соблюдал крайнюю осторожность, потому что он помнил предыдущие жизни, поэтому он был очень осторожен в том, чтобы не развить материальных привязанностей в этом рождении. So he would always present himself to be foolish. This word jada means somebody who's stupid, foolish. Поэтому он выставлял себя перед другими как абсолютно глупец. Само имя Джад обозначает глупый. The gopis of Vrindavan, they described Lord Brahma as being Jada because he created eyelids which blink, so it disturbs the vision of Lord Krishna. Гопи Вриндавана называют Господа Брахму Джада, глупец, потому что он создал глаза с веками, которые постоянно моргают и не позволяют вечно лицезреть Господа. So Jagbarat, he would always, when his father would give him instruction, he would always do the opposite. His father would say, after you go to the toilet, you wash your hands. So he would wash his hands and then go to the toilet. He would do everything the wrong way around. So father thought he's very stupid.
Джагаддатта получал наставления, какие-то советы от своего отца и делал все с точности наоборот. Если отец говорил ему, ты сначала сходи в туалет, а затем помой руки, то Джагаддатта делал наоборот. Он сначала мыл руки, а затем шел в туалет. И таким образом, поэтому отец считал его абсолютным глупцом. And so father thought son is stupid, he didn't value, he didn't take any care of him, he neglected him. So that was good. Jadbarat could go away from home without any problem. Поэтому отец махнул на него рукой, он считал, что с него не выйдет никакого толку, и абсолютно не обращал на него никакого внимания. И это то, что нужно было как раз-таки Джадабарате. So he was wandering around and by chance, he met with Maharaj Rahugana, who needed somebody to help to carry his palanquin. И он бродил по местностям, пока наконец не встретил тех, кто устроили его в качестве носильщика паланкина. So when Maharaj Rahugana began to chastise Jadbarat, then Jadbarat countered all of the different arguments of Maharaj Rahugana. Махараджа Рахугана, когда он начал оскорблять и ругать Джадабарата, то Джадабарата покрыл буквально каждый аргумент, дал свой аргумент в противовес тому, что сказал Махараджа. And Jadbarat's telling Maharaj Rahugana that you're thinking you're the master and I'm your servant. You should understand we're all servants of the Supreme Lord. Джадабарата сказал, ты считаешь, что ты господин, а я твой слуга. Но на самом деле мы все слуги, которые служат Верховной Личности Бога. So Jadbarat's explaining how in conditioned life we become influenced by our own mind and senses and we fall into the illusion that we're the material body. И Джадабарата объясняет, что в будущем в обусловленном состоянии, в нашей обусловленной жизни, мы попадаем под влияние нашего ума и чувств. И так мы впадаем, ввергаемся в эту иллюзию, считаем себя этим материальным телом. So we're called Nityabada, eternally conditioned souls. We're thinking we're the body. This is conditioning. То есть это называется Нитьябадха, вечно обусловленные, когда человек считает себя этим материальным телом. An eternal in the sense that we've been conditioned, we've been in this state for a very long time, longer than we can remember. Вечно обусловленное слово вечно обозначает, что мы находимся в таком состоянии уже огромное количество времени, настолько огромное, что мы даже уже и не помним, сколько это продолжается. But the conditioned souls can also become liberated. We can also become Nitya Siddha, we can become Nitya Mukta, we can become freed from this conditioning. Но вечно обусловленные души также могут получить освобождение. То есть мы тоже можем стать нитья ситха, нитья мукта и получить освобождение. We don't have to remain in this condition. We just simply have to learn how to control the mind and senses. Нам не нужно оставаться в таком состоянии навечно. Нам лишь нужно, необходимо научиться тому, как контролировать свой ум и чувства. Шрила Прабхупада writes in the preface of the Nectar of Instruction that in all spiritual practice, control of the mind and senses is essential. Шрила Прабхупада в своем предисловии к Нектару наставлений говорит о том, что очень важно соблюдать контроль чувств и ума. But we know to control the mind is not such an easy thing. The mind is restless, turbulent, obstinate. Arjuna said, more difficult to control than the wind. И нам прекрасно известно, насколько сложно контролировать свой ум. Он постоянно непоседлив, он очень упрям. Арджуна говорит, что легче контролировать ветер, чем ум. But when Arjuna argued like this, it was very difficult to control the mind, Krishna rejected this and he told Arjuna, no, abhyasena tu kuntiya vairagena chagriyate, that certainly it's difficult, Arjuna, but it is possible by constant practice and detachment.
И когда Арджуна сказал этот аргумент, то Кришна опроверг его. Он сказал: да, Арджуна, это сложно, но это возможно за счет постоянной практики, духовной практики и отречения. So we are learning the process in Krishna consciousness, the practice, this Krishna conscious process, and if we follow properly, and if we detach ourselves, then we can also get control over the mind. И мы изучаем этот процесс, о котором говорит Кришна, процесс сознания Кришны. Мы стараемся практиковать это должным образом, пытаемся практиковать отречение, и тогда возникнет у нас контроль ума, он придет. In the third canto Srimad Bhagavatam, we have the teachings of Lord Kapila. Lord Kapila is instructing his mother Devahuti in the science of Sankhya Yoga. В третьей песне Шримад Бхагаватам мы читаем о наставлениях Капиладевы, которые он дает своей матери о Санкхья-йоге, науке Санкхья-йоги. So in chapter 26 of the third canto, there's a detailed description of the analysis of the different elements of material nature. И в третьей главе, в третьей песне, 26 главе, мы читаем о детальном описании элементов этой материальной природы. So there, Lord Kapila describes how the mind is created from the interaction of false ego in the mode of goodness. И Капиладев, Господь Капиладев объясняет, что ум образуется за счет взаимодействия ложного эго с гуной благости. Intelligence, however, which is also part of the subtle body of the living entity, is creation of false ego in the mode of passion. В то время как разум, который тоже является частью тонкого тела живого существа, образуется за счет взаимодействия ложного эго и гуны страсти. Sometimes it puzzles devotees that we think intelligence is higher than the mind, but we hear that the mind is created from the mode of goodness and intelligence from the mode of passion. Иногда преданные недоумевают, поскольку считают, что разум, он же выше ума, но тем не менее ум образован из создан из гуны благости, тогда как разум создан из гуны невежества. So it is гуны страсти, простите. So it is described that it's like this because intelligence is the tendency to want to plan. We're planning for the future, and this is a sign of the mode of passion. И там описано, что поскольку разум имеет тенденцию планировать, а сама эта тенденция – это как раз-таки показатель гуны страсти. The mind is more concerned with now. We're thinking now. We have what we want and what we don't want, accepting and rejecting, that the nature of the mind is more concerned with the immediate time, presence, this present time. Тогда как ум, он сосредоточен на том, что происходит сейчас. Сейчас хочу, сейчас не хочу, принимаю сейчас, не принимаю. То есть сама природа ума, она сосредоточена на том, что происходит сейчас. So the presiding deity of the mind is Lord Aniruddha. Aniruddha is the, it's Vishnu Tattva. He's one of the expansions of the Supreme Personality of Godhead. And he is considered the presiding deity of the mind. Божество, которое покровительствует уму, это божество Анирудхи. Относится к Вишну Таттве, является экспансией Верховной Личности Бога. Он покровительствует уму. So, people who want to get control over the mind, they can worship Lord Aniruddha, the Lord in the form of Aniruddha, and this helps us to stabilize the mind and to fix the mind. И те люди, которые хотят научиться контролировать ум, могут поклоняться этой форме Господа, в форме Анируддхи, и он поможет стабилизировать, зафиксировать, утвердить свой ум. People who are strongly attached to materialistic sense gratification,
they're very fond of sex, and they like to have a lot of money. They're very much in the mode of passion. Люди, которые испытывают сильную привязанность к материальным чувственным наслаждениям, сексу, деньгам, они находятся под влиянием, под сильным влиянием гуны страсти. We see economists around the world, governments also, they know that to motivate people materially, they encourage them in sense gratification to have sex, because if they have sex, then they want more money, they'll work harder. Экономисты по всему миру, так же как и руководители стран, прекрасно знают, как мотивировать людей. Их можно мотивировать за счет повышения, увеличения их чувственных наслаждений. И таким образом они стимулируют половые отношения. И это, в свою очередь, вызывает сильное желание зарабатывать деньги. So we see, you know, governments in general are atheistic. They don't encourage people to be so religious and to take up spiritual practice. То есть по всему миру мы наблюдаем эту тенденцию, что правительства всех стран достаточно атеистически настроены. Они не заинтересованы в том, чтобы у людей формировалась религия, чтобы они были духовно, чтобы они духовно развивались. Because they know that if people are religious and pious, they won't work very hard to make a lot of money, they won't have a lot of sex, and so they won't work hard making money, they will just simply cultivate the mode of goodness, controlling their mind and senses. Поскольку они прекрасно понимают, что если люди будут религиозны, если они будут благочестивы, они не будут работать настолько усердно, они не будут зарабатывать деньги, они не будут настолько погружены в половые отношения, они будут больше находиться в гуне благости, культивируя гуну благости и контролируя ум и чувства. And we see that people in the mode of goodness, the mode of goodness conditions people to happiness. And we see that people who cultivate the mode of goodness, they're generally happier in their life by practicing some spiritual discipline. И мы видим на примере тех людей, которые культивируют определенно, культивируют гуну благости в своей жизни, что эти люди гораздо более счастливы всех остальных, поскольку они практикуют определенную духовность. But people who are in the mode of passion, they're working hard, they may have a lot of money, but they're not happy. They have their sense gratification, but it never satisfies them. They're never peaceful. Тогда как люди, которые находятся в преобладающей гуне страсти, они работают усердно, зарабатывают деньги, но при этом несчастливы. Да, они наслаждают свои чувства, но счастья нет. Нет умиротворения. So people who practice spiritual discipline like yoga, we want to control the mind, and it's very important for us to learn how to control the mind. And worship of Lord Aniruddha is very effective in helping us to fix the mind. Те же, кто практикует духовную практику, кто занимается йогой и контролирует свой ум, для них важно понимать, как контролировать ум и как следовать этому пути. И они могут поклоняться как раз-таки Господу Анирудхе, поскольку это очень эффективный способ контролировать, зафиксировать свой ум. Now, in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, we have the song sung by Lord Shiva. Lord Shiva is instructing the Prachetas in self-realization, and he taught them the song which he sang. В четвертой песне Шримад Бхагаватам мы читаем песню, которую Шива поет, это его наставление Прачетам о том, как достичь самоосознания. And there, in the fourth canto, it's mentioned how Lord Shiva also worships Lord Aniruddha, because he says that Aniruddha expands himself. One of the expansions of Lord Aniruddha is the sun god, Vivishvan.
И в этой же четвертой песне мы видим о том, что мы видим то, что Шива поклоняется Анирудхе, поскольку одной из экспансий Господа Анирудхи является полубог Солнца. So the sun god being the expansion of Aniruddha, just like the sun, it purifies everything. И бог Солнца, будучи экспансией Анирудхи, он очищает все. Right? This effect, when the sun comes out, then we can see even the obnoxious, filthy, contaminated places, they can become purified by the effect of the sunlight. Мы видим, что когда встает солнце и когда светит солнце, то даже самые грязные, отвратительные места, они очищаются. So sunlight is very important. You know, somebody has disease, problem, the healthy, the body is not healthy, skin problem or something, if they go in the sun purifies. Солнечный свет чрезвычайно важен. Если у кого-то есть проблемы со здоровьем, с телом, болезни, проблемы с кожей, то нужно идти на солнечный свет, он очищает. So the same way, the sun god, Aniruddha, he can purify the mind. If we fix our mind on Lord Aniruddha, just like the sun purifies, Lord Aniruddha will purify our mind. И подобно тому, как Господь Солнце очищает наш ум, также и Анирудха, Солнце, очищает наш ум, если мы сосредотачиваем его на Господе Анирудхе. Of course, we are devotees of Lord Krishna. Lord Krishna is the source. Aniruddha is simply his expansion. By worshipping Lord Krishna, we are also worshipping Lord Aniruddha. Но само собой разумеется, что мы, как преданные Кришны, мы поклоняемся Господу Кришне, и автоматически мы поклоняемся тем самым Господу Анирудхе, который является экспансией Господа Кришны. Yeah, worship of Lord Krishna includes all of Krishna's parts and parts, all of his expansions, all of his incarnations. Поклоняясь Господу Кришне, мы автоматически поклоняемся всем Его неотъемлемым частицам, всем Его экспансиям и инкарнациям. Krishna is the root of all, everything comes from Him, and all of His different forms and expansions, they're none different from Him. Кришна является источником, корнем всего. Все формы, все экспансии происходят от Него. So, Prabhupada quotes this verse by Maharaj Ambarish, Savai Mana Krishna Pararvindayoy, that in Maharaj Ambarish, in his practice of devotional service, the very first thing he did was to fix his mind on the lotus feet of the Lord. И Прабхупада здесь цитирует стих, который произнес Амбариш Махарадж, когда практиковал, когда занимался своей духовной практикой. Первое, что он сделал, это зафиксировал свой ум на стопах Господа. So to control the mind is so important for our spiritual practice. We have to fix the mind. Для контроля ума, для того, чтобы преуспеть в нашей духовной практике, это очень важно научиться утвердить свой, фиксировать целенаправленно, утвердить свой ум на стопах Господа. In sixth chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna is describing Astanga Yoga process, and he's talking about the mind, and he explains that for one who has conquered the mind is best of friends, but for one who has failed to do so, his very mind is the greatest enemy. В шестой главе Бхагавад-гиты Кришна описывает процесс аштанга-йоги и говорит, что для того, кто сумел обуздать свой ум, ум превращается в лучшего друга, а для тех, кто не сумел этого сделать, он становится злейшим врагом. So one can elevate himself by the mind, but one can also degrade himself by the mind. It can be the friend, it can be the enemy. То есть можно и возвыситься посредством ума, и можно деградировать с помощью того же самого ума. То есть ум может стать и другом, и врагом. We give the simple example, just like a knife can be used to kill someone by the murderer, but the same knife can be used by the doctor to heal someone. Пример приводится. Ножа.
Один и тот же нож может быть использован для того, чтобы совершить убийство, чтобы убить кого-то, а в руках доктора он станет инструментом исцеления. So in Krishna consciousness, it's very important that we practice training our mind to think of Krishna and to give up the thought of sense gratification. Поэтому в сознании Кришны, когда мы практикуем сознание Кришны, очень важно тренировать свой ум, сосредотачиваться на Кришне и отбрасывать мысли о чувственных наслаждениях. It takes some practice. We have to constantly practice. We have to constantly deal with the mind. It's restless. It's obstinate. It doesn't want to surrender. We have to commit ourselves. We have to be very determined. И это требует определенной практики, это требует времени, иметь дело с умом, который абсолютно непоседлив, который не хочет подчиняться и предаваться, поэтому необходимо быть достаточно решительным. Sometimes we give the example that the mind is like a wild animal. Trying to train a wild animal is a difficult job. Иногда мы приводим пример, говоря о том, что ум подобен дикому животному, необузданному животному. И обуздывать свой ум – это подобно тому, что обуздывать дикое животное – это достаточно сложно. Now we see sometimes people, they will capture a lion and they will try to train it. Иногда есть примеры, когда люди ловят из дикой природы льва и пытаются его We see sometimes people come with lions and they're able to get them to do different tricks and performances. Есть же такие выступления, в которых участвуют львы, и они выполняют разные трюки. So how do they train these animals? They when they capture them, first of all, they will put them in a cage. Как же они умудряются выдрессировать их. Первое, что они делают, когда ловят льва из дикой природы, это помещают его в клетку. Now these animals, they're wild animals, they're used to freedom, they're used to being in the jungle or in the forest, and they can roam everywhere. But when they're caught, they're put into the cage, they're really restricted. Эти дикие животные, ведь они привыкли к свободе, они привыкли бродить где хотят, в джунглях, в лесах или где-то еще. А тут их садят в клетку, и они попадают в очень ограниченное пространство. It's a great punishment, it's a great pain for the animal who's used to roaming freely to be put inside a box, inside a cage. И это огромное наказание, сильнейшее страдание для того животного, которое привыкло бродить, где хочет, поместить его в какую-то коробочку, в клетку. We know they do this to people sometimes. They put them in solitary confinement, they put them into cells on their own. И то же самое делают ведь и с людьми. Их помещают в камеры в одиночные камеры, их помещают в тюремное заключение. So the animal is kept in the cage and he's not given any food. He will be starved. И если животное, помещенное в клетке, еще к тому же и не кормить, оно изголодается. So the animal becomes very morose, very unhappy that he's put into this cage and then he's not given any food at all. He becomes very hungry and very weak. И животное начинает очень глубоко страдать при этом. Оно становится абсолютно несчастным, без пространства, без еды. Оно слабеет. So, after some time being starved, then the man will come and beat the animal. И через какое-то время вот такого голода приходит человек и начинает бить это животное. He's given a beating. He's punished. Maybe whipped. So he's really in a painful condition. Его начинают наказывать, бить, возможно, даже плеткой. Очень несчастное состояние у животного.
And then the man who did all this will feed the animal. И затем тот же самый человек, который все это проделал с этим животным, начинает кормить этого это животное. So when the animal is fed, then he understands that this person who's giving me food is very powerful. И тогда это животное, наевшись, оно смотрит на этого человека и понимает, что этот человек очень могуществен для меня. He put me in the cage, he starved me, he beat me. Now he's feeding me. I better do whatever he says. Это животное думает, этот человек поместил меня в клетку. Он не кормил меня, я изголодался. Он избивал меня, а теперь он меня накормил. Лучше буду-ка я делать то, что он от меня требует. So the same way we have to deal with our mind, because our mind is just like this wild animal. Аналогичным же образом нам необходимо поступать с нашим умом, потому что наш ум подобен этому необузданному дикому животному. Right? Just like the animal is put into a cage, its movements are greatly restricted. We have to also restrict our own movements. Подобно тому, как животное помещают в клетку, и оно ограничено в своих перемещениях, так же и нам нужно поместить свой ум в эту клетку. We have to avoid all sense gratification. Нам необходимо избегать чувственных наслаждений. To restrict ourselves. We have to avoid the association of non-devotees. Нам необходимо избегать чувственных наслаждений и ограничить себя, и избегать общения с непреданными. We have to avoid the association of materialistic people who are inclined to sense gratification. Нам необходимо избегать общения с материалистичными людьми, которые имеют тенденцию к чувственным наслаждениям. Then we have to go on from there, then we have to starve ourselves. И затем нам нужно продолжить, и следующий наш шаг – это голодать. We have to starve the mind, not give in to the mind, because the mind always wants material enjoyment. Нам необходимо устроить пост для нашего ума, потому что наш ум постоянно хочет, ищет материальных наслаждений. The mind wants material enjoyment due to our conditioning. Наш ум ищет этих материальных наслаждений из-за своей обусловленности. But we said the mind actually comes from the mode of goodness. So when the mind is put into the mode of goodness, then we're actually happy. Но мы с вами узнали о том, что ум на самом деле происходит из гуны благости. Поэтому, когда мы помещаем ум в гуну благости, он обретает счастье. So bringing the mind to the mode of goodness, we have to starve it, first of all kinds of activities which are connected to passion and ignorance. И таким образом, помещая наш ум в гуну благости, мы заставляем его голодать, то есть держать пост и не употреблять и не заниматься всей той деятельностью, которой он занимался в гуне страсти и невежества. It's like every day we fight with our mind. Our mind will say, oh, sleep more, don't get up, don't go to Mangal Arati, sleep more. Каждый день мы слышим этот голос ума, который говорит, о, да поспи еще, не ходи на Мангал Арати, давай еще поспим. The mind will say, oh, don't chant Hare Krishna today. We chanted yesterday. You don't need to chant all the time. Ум нам говорит, о, да не повторяй это Hare Krishna. Вчера же уже повторяли. Не обязательно же постоянно это повторять. The mind is always trying to take us away from Krishna. Ум постоянно пытается нас увести от Кришны. The mind is saying, oh, don't go on Sankirtan, it's cold today. Just stay at home. Just stay at home and eat and sleep. Ум нам говорит, какая Санкиртана сегодня? Так
Какая такая холодина? Давай останемся дома, поспим, поедим. We have to starve the mind. Нам необходимо держать свой ум на посте. Then we have to beat the mind. We have to get the mind to do what it doesn't want to do. И нам нужно уметь бить свой ум и заставлять его делать то, чего он не хочет. The mind doesn't want to surrender to Krishna. Ум не хочет предаваться Кришне. Actually, it does, but because we are conditioned souls, we think I don't want to surrender. На самом деле, вообще-то ум хочет предаваться Кришне, но поскольку мы обусловлены, мы считаем, что он не хочет. We're thinking, if I surrender to Krishna, I'm not free. I have to do what I'm told. I have to follow all the rules and regulations of bhakti yoga. Мы думаем, что если я стану преданным, то я лишусь своей свободы. Мне придется делать то, что мне говорят, и следовать всем наставлениям и предписаниям бхакти йоги. But if you do fall, if we don't fall, if we don't surrender to Krishna, then we surrender to Maya, and we're controlled there. We have to do what Maya tells us to do. Но если мы не предадимся Кришне, то нам придется предаться Майе, и будем мы находиться под ее контролем и делать то, что она нам повелит. Maya tells us to do a lot of nonsense. А Майя говорит нам делать, заниматься нонсенсом. We're thinking we're free, we can do what we like, but we're not free. Both ways we're controlled, either by Krishna or by Maya. Мы думаем, что мы свободны, но мы ни в каком положении не являемся свободными. Мы всегда контролируемы. Вопрос в том, контролируемы ли мы Кришной, либо Майей. When we surrender to Krishna, then we're under the protection of Krishna's divine energy. Когда мы предаемся Кришне, то мы находимся под защитой Его божественной энергии. Krishna is a kind master, and He gives us shelter and protection. Кришна — это великодушный, добрый господин, который защищает своих подданных. But when we surrender to Maya, when we turn away from Krishna and go to Maya, then we are put through very difficult conditions. We are forced to struggle in the material world. Но когда мы предаемся Майе, когда мы отворачиваемся от Кришны, Кришне и ищем прибежище у Майи, то мы испытываем большие сложности, и нас толкает буквально на то, чтобы страдать. The material world causes us the miseries, adibhautik, adhyatmik, adiklaishik. All these three different kinds of miseries are there. Miseries of the body and mind, miseries from other living entities, and miseries from material nature. Материальный мир, он всегда вызывает страдания. Страдания трех видов. Адхибаутика, адхиклеша, адхиатмика, то есть страдания от ума и тела, от других живых существ и от материальной природы. People think they're free. They're free to eat meat, to drink and do sinful activities. They're not free. They're controlled by the material nature. Люди думают, что они свободны и распоряжаются своей свободой, поедая мясо, выпивая, но на самом деле они не свободны, они обусловлены, находясь во власти материальной природы. And the result of all their sinful activities, they have to take another miserable birth in the material world. И в результате этой греховной деятельности они вынуждены принять очередное рождение в этом материальном мире. Насаду манье ята атмано ям асанапи клешада атма деха. Srimad Bhagavatam describes the living entity. Because of his uncontrolled senses, he engages in many sinful activities. Srimad Bhagavatam описывает, что живое существо из-за неконтролируемых желаний ввергается в различные греховные деяния. This uncontrolled senses is another madness, pramata. The word is pramata in Sanskrit. Madness, because they're mad for sense gratification. They perform so many sinful activities.
Здесь используется слово прамата, что означает сумасшествие, и это суть неконтролируемых чувств. Когда человек не контролирует чувства, он становится словно сумасшедший и начинает заниматься греховной деятельностью. Нунам прамата куруте викарма. Нунам прамата куруте викарма над индрия притая априноти на саду манье ята атману ямма санапи клеша да аша деха. Srimad Bhagavatam describes it. Because they're mad for sense gratification, they perform vikarmic activities, sinful activities. Srimad Bhagavatam описывает, что поскольку люди с ума сходят от чувственных наслаждений, то они начинают совершать викармическую деятельность, викарму, греховную деятельность. And the result of all these sinful activities, asanapi kleshada atmadeha, more trouble, more miseries in the material world. Take birth again, take another miserable material body. И результатом этой греховной деятельности является еще больше проблем, еще больше страданий и принятие очередного рождения в этом материальном мире. And I have to go down even into the lower species of life. Entering into lower species of life, or even into hellish planets. И им приходится даже спуститься на более низкие планетарные уровни и принять очень низкие формы жизни. So it's all due to the uncontrolled mind. We have to learn how to control the mind. И все это лишь из-за неконтролируемого ума, поэтому нам необходимо научиться контролировать ум. So after being put in the cage and starved and beaten, then the animal is fed. So in the same way, after beating our mind, then we have to feed the mind. После того, как животное помещают в клетки, его побили, заставили его поголодать, его затем кормят. И таким же образом нам нужно поступать и со своим умом. После того, как его побьешь и подержишь в клетке, необходимо его накормить. We have to make the mind just listen to the holy name of Krishna as we chant. И это означает, что нам нужно заставить свой ум слушать святые имена Кришны, когда мы их воспеваем. In the Nectar of Instruction, Srila Rupa Goswami describes about the chanting of the holy name of Krishna. And he compares... Oh, go ahead. В Нектаре наставления Srila Rupa Goswami говорит о том, как необходимо воспевать святые имена. Rupa Goswami compares people who have no taste for chanting to people with the disease of jaundice. Рупа с вами говорит о том, что люди, которые не испытывают вкуса к прославлению святых имен, подобны тем, кто болен желтухой. So jaundice is a disease of the liver. I had jaundice myself when I first came to India. I was in India, it was a long time ago, 1975. And I came in the summer, it was very hot. Желтуха – это болезнь печени. Я сам переболел этой болезнью, когда в первый раз приехал в Индию. Я в Индии уже с 75-го года, и это было лето 75-го года, было очень жарко. So it was very hot, and I got jaundice maybe because I drank water, which was not so good. In those days there was no mineral water. And maybe it was because I took some oily food. Whatever, anyway, I got jaundice. Это было очень жарко, и я заболел желтухой. Может быть, воду какую-то выпил, поскольку бутилированной воды тогда не было, или что-то съел не то. So I went to see a doctor. Doctor said, "Oh, there's no medicine." He said, "You just have to rest." And I thought, "Oh." In those days, there was no medicine. Nowadays, they have some medicine, but. Those days there was no medicine. He said, just take some rest. You need rest, you get better.
И доктор, я пошел к доктору, он сказал: о, на самом деле лекарства от этого нет, тебе просто необходимо отдыхать. Я подумала, ну, сейчас, конечно же, есть лекарства, но в те времена лекарств не было, просто нужно было отдыхать. Поэтому я последовала. But then a devotee told me, they said, you should drink sugar cane juice, it's very good for the liver, it will help you. И затем один преданный посоветовал мне пить тростниковый сок. Он сказал, что сок и сахарного тростника очень полезен. So sugar cane juice, very nice and very refreshing, you know, very sweet. And I thought, that sounds like a nice medicine. So I went to get some sugar cane juice. And, well, I didn't go, somebody brought it for me. And when I drank it, it was horrible. Вы же знаете, сок сахарного тростника, какой его вкус, вкусный, освежающий, сладкий. Я подумала, какое замечательное лекарство. И кто-то мне принес этот сок, я стала его пить и подумала, о, это ужасно. So I thought, wow, this is sugar cane juice, it's so horrible, so bitter. They said, yes, because you have disease, because your liver is not healthy, you cannot taste the sweetness. И я подумал, какой ужасный сок, это же сплошная горечь. И мне сказали, да, это горько, потому что ты же болен, это из-за поражения печени. But to a healthy person, when they drink the sugar cane, it's very sweet, very nice. It's only you, because you're sick, because you have jaundice, you cannot taste. Для здорового человека сок сахарного тростника чрезвычайно вкусен, сладок, но поскольку я тогда болел желтухой, я не чувствовал это. Для меня это была горечь. But they told me, you keep taking it, and gradually your liver will get better, and then you will taste the sweetness. И мне сказали, продолжай пить его, и постепенно твоя печень оздоровится, и ты начнешь чувствовать сладость. So, I had to take this sugar cane. It wasn't very pleasant, but gradually I got better. Мне было неприятно принимать такое лечение, но постепенно мне становилось лучше. And this is true for the process of devotional service. It works in a similar manner. И в нашем процессе сознания Кришны этот то же самое приложимо и к нам. Все работает аналогичным образом. The mind doesn't like to wake up in the morning and go to morning program. The mind doesn't like to chant. Mind doesn't like to do sankirtan. Mind doesn't like to hear about Krishna. Наш ум не любит ранние подъемы, не любит утреннюю программу, воспевание святых имен, санкиртану, слушать о Кришне. This is all a sign of our disease, our jaundice, that we have, just like there's disease of the body, there's this jaundice of material life. Все это признаки болезни, подобно тому, как человек болеет желтухой, и желтуха является признаком болезни физического тела. Все перечисленное – это болезни нашего ума. We have to simply do these activities and understand that gradually we will get a taste, we will take some pleasure in these activities. Нам нужно просто продолжать заниматься этой деятельностью и при этом помнить, что постепенно мы обретем вкус, и постепенно это все, вся эта деятельность начнет приносить нам удовольствие. Now, sometimes it works the other way. Sometimes people come to Krishna consciousness in the very beginning. They're very enthusiastic and they love all the activities and they're very happy to chant. Знаете, иногда происходит все в точности да наоборот. Человек приходит в сознание Кришны, и на начальном этапе он испытывает огромный энтузиазм, подъем, любовь, ему нравится все, чем он занимается, он счастлив. But then after some time, somehow they lose the taste, and they're not eager, and they don't want to do it anymore. Но со временем они теряют этот вкус, и уже пропадает желание заниматься всем этим. What happened? They lost the taste. What was the problem? Что произошло? Они потеряли вкус. По какой же причине? Again, the problem is with the mind.
the uncontrolled mind. Опять-таки проблема в уме, неконтролируемом уме. The people bring their sometimes their material desires with them when they come to Krishna consciousness, and the material desires are not satisfied. Поскольку люди приходят в сознание Кришны и привносят туда все свои материальные желания, те материальные желания, которые не удовлетворены, не исполнены. They were thinking all their material desires were going to be fulfilled. They were thinking they're going to be recognized as a great devotee. Когда они пришли в сознание Кришны, они думали, что все их материальные желания будут удовлетворены и что их признают великими преданными. Then they realize they're not. After some time, they realize they're not getting the name or the recognition they thought they were going to get, and then they give up Krishna consciousness. И со временем они понимают, что так и не обрели какого-то статуса, имени, признания, и они отбрасывают всю эту практику. So we have to always control the mind at every step. The mind, the very first thing is fix the mind, get the mind fixed on Krishna. Поэтому всегда нужно заниматься своим умом, всегда его сосредотачивать на Кришне. И это нужно делать на каждой ступени, на каждом шаге нашего духовного пути. The mind is the leader of the senses. So you use the mind, fix the mind on Krishna, and then engage the senses in the service of Krishna. Ум — это лидер, это руководитель всех чувств. Поэтому если мы сосредотачиваем ум на Кришне, то чувства подтягиваются и начинают вовлекаться в служение Кришне. Of course, the same mind, we know the mind, the intelligence, the senses, this is where lust can also take shelter. The lust, which is the enemy of devotion. И нам прекрасно известно, что ум, разум, чувства — это все пристанище вожделения. Вожделение находит прибежище в уме, разуме и чувствах. The lust can be in the senses, can be in the mind, can be in the intelligence. It just takes us away from the thought to surrender to Krishna. Вожделение может пребывать как в уме, так и в разуме, так и в чувствах, и оно уводит нас от служения Кришне. How to conquer this enemy lust? We have to regulate the senses. Как же нам победить это вожделение? Нужно отрегулировать свои чувства. That is one of the very valuable benefits of being in a Krishna conscious center, that you have a very regulated lifestyle, waking up at the same time every day, having a morning program, doing different activities every day. It's very regulating, very powerful and purifying. Одним из очень ценных благ и преимуществ у тех преданных, которые живут в храмах или в центрах ИСКОН, заключается в том, что они могут вести очень регулируемый образ жизни. Они могут вставать по утрам рано, участвовать во всех программах, заниматься деятельностью в служении Кришне. То есть их жизнь становится регулируемой. So as well as regulating the senses, we also want to cultivate spiritual knowledge. И одновременно, параллельно с регулированием своих чувств, нам необходимо культивировать также и знания. So keeping our mind busy, reading the scriptures, studying the scriptures, and trying to understand everything in the scriptures, it's a very good engagement for the mind. Как мы занимаем этот ум? Мы читаем Писание. Мы читаем, изучаем их и при этом пытаемся понять их суть. So this pandemic situation, which is all over the world, has put people into a lot of difficulty. In some countries also there's been lockdown and people have been greatly restricted in their activities. But these things are not a great problem for a devotee. Сейчас в наших условиях пандемии, которые происходят по всему миру, люди испытывают огромные сложности. Во многих
помещены в условия самоизоляции, и очень много ограничительных мер введено. Но все это не проблема для преданного. Because devotee is always so busy anyway. Devotee has a lot to do. We have so many books to read, we have so many mantras to chant, we have so many rounds to chant. Потому что преданные всегда найдут чем себя занять, всегда есть чем заняться. Столько книг для изучения, чтения, столько мантр для воспевания, столько кругов, которые мы можем воспевать. So devotee takes advantage of every situation for the service of Krishna. Поэтому преданный пользуется каждой ситуацией себе во благо. We just have to learn how to keep ourselves always busy in the service of Krishna. Нам лишь нужно думать и заботиться о том, чтобы постоянно быть занятым в служении Кришне. Where there is Krishna, there can be no Maya. Krishna is like the sun, Maya is the darkness. Кришна подобен солнцу, а Майя подобна тьме. Поэтому там, где Кришна, там нет места Майи. Кришна сурья сам Майя хай андхар. Яхан Кришна тахан нахи Майя я андхар. Майя can never conquer Кришна. Just keep herself always close to Кришна. The last sentence was lost. Would you please repeat it? We just want to pray that we can always stay close to Krishna by always being engaged in His service. Это молитва о том, что позволь мне, пожалуйста, всегда быть рядом с Кришной благодаря моему служению Ему. Майя никогда не может, никогда не сможет победить Кришну. Lord Chaitanya Mahaprabhu taught us how to pray that. Devotee doesn't even desire liberation. We simply want devotional service, birth after birth. Господь Чайтанья Махапрабху учит нас тому, как нужно молиться. И в результате такой молитвы, и в этой молитве преданный не просит даже освобождения, он не стремится к освобождению, а стремится лишь к преданному служению Господу. So we'll stop here. Мы остановимся здесь. We'll ask if there's any questions. Есть ли какие-то вопросы? Огромное спасибо, дорогой Махарадж. Дорогой Махарадж, thank you so much. Да, я, может быть, вкратце ключевые моменты напомню преданным, если Махарадж не возражает. If Maharaj, you don't mind, I would like to summarize the major points. Okay. About today's class. Are there no questions? That means. It означает, что вопросов нет. No, there are questions. Oh, okay. Go ahead. Да, было сегодня сказано о Нитья Бхатхах. Потом была сказана встреча ученика и учителя по милости Кришны Вичадра Бхарата. Санхуганы. Это можно не переводить, я просто, наверное, для русскоязычных. Ну как же, так нельзя, Карпаджи Прабху. Да? Да. Потом было очень подробно сказана тема про ум, который находится в благости, и разум, который находится в страсти, и также противоречия, которые возникают, тоже выше, если ум происходит с благости, тогда как разум и страсти, то почему говорится, что разум выше и так далее. То есть Махарадж поставил, по-моему, совершенным образом точки над «и» в этом вопросе, сказав, что страсть планирует, это означает будущее, тогда как ум живет настоящим. То, что сейчас хочу, не хочу, принимает, отвергает. Потом также было сказано, ой, нормально, что я продолжаю говорить. Today you've highlighted the issues of Nitya Bhadham. You've told us about the meeting of a disciple and a teacher between Jadabharata and Maharaj Rahugana, which happens by the mercy of Krishna. Also, you've highlighted the topic of mind, which is it comes from the mode of
goodness, while intelligence comes from the mode of passion. And there is a kind of a contradiction on this topic, because devotees tend to think that intelligence is higher than the mind. However, Maharaj has perfectly clarified this point today, saying that passion tends to plan, while our mind dwells in the present. И также в лекции было ясно, четко описано, что является причиной страданий, также как в этом стихе говорится, о материальных страданиях, наслаждении. Это неконтролируемые чувства и ум. И Махарадж привел замечательный пример украшением диких, дикого животного или хищника, льва, каким образом его ловят, помещают в клетку, морят голодом, избивают, а потом кормят. И вот на основе этого примера было показано, каким образом мы должны контролировать чувство ум и каким образом кормить ум, и таким образом проявить его естественную природу. И также был приведен пример с желтухой. В общем, суть в том, что причиной всех бед – это неконтролируемый ум. Тогда как, прилагая определенные усилия, следуя определенным садхане, если мы возьмем контроль над чувствами ума, направим их на лотосные стопы Святого Имени или Кришны, то это и есть решение всех проблем, соответственно, нашего счастья, обретение нашего счастья. You also explained thus the reasons behind our troubles, tribulations and sufferings. This is uncontrollable, senses and mind. And you've made a brilliant, a wonderful example of how a wild animal is caught and treated in the cage, starved and beaten. And in the similar way, we should treat our mind. We should starve it and beat, and then feed it with the holy names, with the sounds of the holy name. And then you've made an example of jaundice. And the whole point is that the reason behind our suffering is uncontrollable mind. And our sadhana, all efforts should be directed towards serving the lotus feet of holy names. And that's how, well, this is the decision of all solution for all our problems and solution for to be happy. Okay. Теперь вопросы, пожалуйста, аудитория. У кого есть вопросы, поднимаем руки. Your questions, please, dear devotees. Hare Krishna, мои поклоны. Мои поклоны вам. Спасибо огромное за такую удивительную лекцию. Просто, все очень просто, так объясняете, как Гопи Парамадхана Прабху, я его слушала на польском туре. Вот, и у меня вопрос. Hare Krishna, dear Maharaj, please accept my obeisances. Thank you so much for such an incredible lecture. You've explained everything in such a simple way, similar to Gopi Paramahansa Prabhu. I've been listening to him at the Polish tour. Не имеем привычки, вначале Махарадж сказал, в общем, у меня были вопросы, потом Махарадж в течение лекции ответил на все вопросы, в общем, как управлять умом, и вот вся лекция практически про это была. И вот вопрос еще есть, вот когда нет привычки планировать, говорит ли это о том, что мы не находимся на уровне разума? My question, actually you've covered all my questions that I had, because gradually over the course of the lecture you've managed to answer all my questions about how to control the mind, etc. And
still there is one question left. If a person doesn't tend, doesn't inclined to plan, does it mean that he is not fixed on intelligence platform? He has poor intelligence? Well, yes, I would think so. I would say so, that it is, we see in our Krishna consciousness movement, we do plan, and Prabhupada expected we should have some plan, just like we have this body, we have to have some plan to surrender to Krishna, that as we go on, we come closer to the end of this life, and we have to plan. You know, the whole, our whole life is a plan. You can see Varnashram, it's planned. That first there's brahmachari training, and then family life, and then retired life, because you're preparing for the end, for the next life. The later... Да. Can I translate, please, Maharaj? Yeah. Да, я бы так сказал, что тот, кто не склонен планировать, он имеет слабый ум, поскольку в сознании Кришны, вся наша жизнь в сознании Кришны, это очень важно планировать. Шрила Прабхупада ожидал от нас, что мы будем это делать, потому что приняв это тело, мы должны иметь план на то, как предаться теперь Кришне. Поскольку с каждым днем мы приближаемся к концу жизни, то вся наша жизнь должна представлять собой реализацию вот этого плана. И даже если посмотреть на систему Варнашрамы, то это не что иное, как план. Сначала брамачарьи, которые учатся, затем семейная жизнь, затем ступень отречения. So we should plan carefully how to maintain our temples, how to expand our movement, and how to develop our Krishna consciousness. Поэтому нам нужно уметь тщательно планировать то, как поддерживать храмы, как поддерживать и развивать наше сознание Кришны. We should plan how to stay alive in Krishna consciousness. That even if everybody else may give up, still I will not give up, I will continue. You should have that conviction. Нужно уметь планировать то, как вы будете оставаться живым в сознании Кришны. Как вы не сдадитесь, даже если все вокруг сдадутся. А для этого необходима решимость. Yeah, it's only, as you say, it's only intelligence to have a plan. Как вы сами сказали, это требует разума, способность планировать. We are seeing in ISKCON, they have a thing called strategic planning. They have, strategic planning. They're planning for the development and for the maintenance and expansion of Krishna consciousness. В ISKCONе у нас есть такое подразделение стратегического планирования, которые занимаются планированием, развитием, поддержанием, расширением сознания, движения сознания Кришны. They had a saying also, more devotees, happier devotees. So they don't want this just to be a saying, that they want to see it actually fact, that it actually happens, that there are more devotees and the devotees are happier. И есть даже такое выражение, больше преданных, больше счастливых преданных. И это не, они не хотят, чтобы это было просто выражение, они хотят, чтобы это стало реальностью, фактом, чтобы было действительно больше преданных и больше счастливых преданных. So there has to be some plan. You have to make some, it doesn't just happen by chance. You have to some organization. И нужно иметь для этого определенный план. Это не происходит просто случайно. Нужно для этого иметь определенную организацию. So yes, planning is important. It's a sign of intelligence. Поэтому да. Планирование – это важно, это признак разума. Intelligence is given to us by Krishna. We have to use it for the service of Krishna. Разум дан нам Кришной, и нам нужно использовать его для служения Кришне.
Just like our mind, we have to use the mind properly in the service of Krishna, to desire for Krishna, the same way we should use our intelligence for Krishna. Так же, как и ум, нам необходимо должным образом его использовать в служении Кришне, посвятить наше желание ума Кришне, и также нужно использовать разум. These things are given to us by the grace of Krishna. We have to use them for Krishna. If we don't use them, then what's the point? It's a waste. Все это нам дано Кришной, и ум, и разум, поэтому использовать нужно это также в служении Кришне, а иначе какой смысл? In Bhagavad Gita, chapter 2, text number 7, Arjuna is surrendering to Krishna, right? Karpanya dosho pahata svabhava, that verse where Arjuna is surrendering to Krishna. So Prabhupada writes in the purport how there is a brahmana and the opposite of the brahmana is a kripana, the miserly person. Bhagavad Gita 2.7, Arjuna говорит о том, как он предается к Кришне. Вот этот стих вы помните. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, объясняет разницу между брахмана и крипана. Brahmana is a generous person. Kripana is a miserly person. One who has the human body does not use it for Krishna consciousness. He's a miser. He's like the kripana. Шрила Прабхупада объясняет разницу и говорит, что брахмана — это тот, кто щедр, а крипана — это тот, кто нищий, тот, кто жалкий, он держит все в себе. So if we don't use our intelligence for the service of Krishna, that is also miserly. Поэтому если мы не используем свой ум в служении Кришне, то это тоже проявление вот этого глупости и скупости, жадности. So sign of intelligence, you have a plan. Prabhupada went to America, he had plans. He knew what he wanted to do. Поэтому если мы хотим развивать разум, то нужно уметь планировать. Шрила Прабхупада, когда поехал в Америку, у него был четкий план. He didn't just go there with no plan. He knew what he wanted. Шрила Прабхупада поехал, не то чтобы он поехал туда, не имея представления, чего он хочет. Нет, он знал, чего он хочет. So we should also plan carefully. Поэтому нам тоже нужно уметь тщательно планировать. Hare Krishna. Thank you. Раджа Махапрабху, пожалуйста. Hare Krishna. Примите мои поклоны. У меня вопрос. Говорили, что поймать ум, и сравнивали аллегорию со львом. Да, я постепенно буду говорить. Thank you so much, Hare Krishna. Please accept my obeisances. You've mentioned and you made a comparison between a mind, capturing a mind, and capturing a wild lion. И мы знаем из шастр, что ум состоит из мыслей, эмоций и желаний. Out of shastras, we learn that the mind is comprised of our thoughts, our emotions, and desires. И теперь, если мы сравним с историей ловли льва, то эмоции не выдерживают. Вот если лично я начну ловить льва, который находится на воле, лично я его посажу в клетку, то есть это уже вот как бы для меня одного работа. Ну, вообще, я просто при виде льва уже страх испытаю. And if we compare capturing a lion with capturing our mind, then our emotions may not be strong enough. Because if I, independently by myself, try to capture a lion and put him in a cage, I would be so fearful just at his sight, at the mere sight of a lion. Если вот так вот на воле один на один встретиться со львом, то нереально, чтобы я один его поймал в клетку. Но когда я встречу мышку, я ее с легкостью поймаю. If being in the wild, I encounter a lion, it is
I will not be able to catch him. But if I meet a mouse, I will. Які ж є практичні, може бути, моменти переходу від мишки, от цього іспитування страху, потім до льву? Щоб не іспитувати цей страх і щоб, ну, таким образом ця історія була приведена з контролем ума. What practical advices, recommendations can you give in order to approach that line stepwise and approach that line starting from a mouse and conquering all the fears and then eventually to face the line and to conquer the mind in that way? All right. So just like capturing a line, you know, you're not going to do it all alone. You want to be with someone who's experienced, who has the experience, who's done it before, they know how to do it. And you have their association, they have their guidance. В отношении этого примера со львом, это не означает, что вы будете это делать в одиночку. Вам необходимо присутствие опытного человека, той личности, который уже опытен в этом, кто уже покорил этого льва, поместил его в клетку. Вам необходимо поддерживать общение с этим человеком и взять его руководство. So the same way we have association with devotees. We take shelter of senior devotees, experienced devotees who can guide us. Аналогичным же образом мы общаемся с преданными и принимаем прибежище у старших преданных, у тех, кто более опытен. Мы принимаем их руководство. But even capturing a mouse, if you're not experienced, you know, you don't know how to do it. Mice can be very tricky to capture. They can give you a lot of trouble. Но даже если иметь дело с мышкой, вы знаете, если у вас нет достаточного опыта, вам не получится поймать даже и мышку. Она может быть очень хитромудрой. Srila Prabhupada always encouraged us to, you know, think big. He said, you know, the word impossible is only in the fool's dictionary. Srila Prabhupada всегда вдохновлял нас думать позитивно. Он говорил о том, что слово невозможное – это слово из словаря глупца. If you go into the jungle, chase the rhinoceros. Just don't go looking for rabbits. Look for the rhino, big, powerful animal. And then if you fail, people will say, well, very difficult. Если вы идете в джунгли, то заявите всем, что вы идете охотиться на носорога, не на кролика. Потому что даже если вам не удастся это все мероприятие, вы можете сказать, ну, это было очень сложно. So you go to catch a mouse and you fail, people just laugh at you. Потому что если вы скажете, я отправился на охоту за мышкой, если вам не удастся поймать эту мышку, то люди просто вас засмеют. So go for the big, think big, don't think small time, think big, capture the lion, the wild animal, and we have the experienced association of devotees to help us to train this wild animal, the mind. Поэтому думайте масштабно, думайте большими понятиями, думайте о том, что вы идете на охоту за крупными животными, дикими животными, и при этом не забывайте о том, что вам необходимо общение с преданными, быть, находиться их под руководством и получать их наставления. So that's my thinking on it. I think you have to think the mind. Don't, you know, you can't just think about little mice. But this is a serious business. This is a real challenge to conquer the mind. То есть вот такие мои размышления на эту тему. Не думайте о мышках, думайте о масштабном, потому что это достаточно очень серьезная вещь. Это вызов, который мы принимаем со стороны ума. One devotee, he gave another example about conquering the mind. He said, it's just like gladiators, you know, in the times of the Romans, there would be gladiators, soldiers like Kshatriyas, and they would go into an arena and they would fight wild animals like lions. They would come and they would be there and they'd fight them. Один преданный приводит пример с гладиаторами, покорение ума, подобно борьбе с гладиаторов, с дикими животными. Вы знаете, те времена, когда в Римской империи вот эти солдаты-кшатрии
выходили на поединок на арену с дикими животными. So he would say, we're training our devotees who are like the gladiators to conquer the mind in the arena of japa. И он говорил о том, что мы тренируем наш ум, подобно тому, как гладиаторы сражались с дикими животными, мы тренируем наш ум, выходя на арену, и эта арена — это наша джапа. We have to understand the power of the mind. We can't put the mind... You can't just think of the mind in the level of a little mouse. Little mice, you know, they're not... We have to understand how serious this is, how challenging this mind is, and think of it in terms of some very powerful creature like a lion. Нам нельзя недооценивать силы, которыми обладает ум. Это не мышка. Это очень серьезный противник, и это большой вызов для нас. То есть нужно понимать и сравнивать его именно по могуществу с диким животным. Therefore, Jadbharat is speaking so much about the mind and the problems of the mind and the uncontrolled mind. Поэтому именно Джадабарата уделяет такое огромное влияние, внимание вопросам ума. Столько он говорит об уме, неконтролируемом уме. It's really the question of how much we've controlled the mind that we've meant that we can stay in Krishna consciousness, or that we can make any progress in Krishna consciousness. It reflects how much we can control the mind. Это на самом деле то, насколько мы утвердились в сознании Кришны, насколько мы прогрессируем в сознании Кришны, зависит от того, до какой степени нам удалось проконтролировать свой ум. So Srila Prabhupada is training all of us to conquer the mind by this process of bhakti yoga. И Шрила Прабхупада обучает нас тому, как взять вверх, как покорить наш ум в процессе практики бхакти-йоги. He has given us something very powerful in this Krishna conscious process. В рамках процесса сознания Кришны Шрила Прабхупада нам дает очень могущественные инструменты. So use it for the most powerful thing. Don't just use it to capture mice. Поэтому используйте это для очень могущественных, очень сильных вещей, мероприятий, деятельности. Не используйте это для того, чтобы бегать, ловить мышку. Харе Кришна. Можно еще подкорректировать, то есть я сравнил деятельность ума именно с одной из функций ума, это эмоции. И ну, как бы вот в этом ключе, может быть, будут еще какие-то комментарии. То есть контроль ума в плане эмоций. Как контролировать эмоции? Да, это одна из деятельностей ума. I would like to clarify my question even more. One of the functions of the mind is emotions. And my question is also how to control, how to capture emotions. The process of devotional service is also emotional. We have emotions, we develop our love for Krishna. That is emotion. Процесс преданного служения – это эмоциональный процесс. И нам необходимо в этом, в ходе этого процесса развивать любовь к Кришне. Это эмоция. We develop our feelings and affection for Krishna and for Krishna's devotees. These are emotions. We have emotional feelings. Мы развиваем свои чувства во время общения с преданными. Мы развиваем любовь. Это эмоциональное чувство. So Krishna consciousness is full of emotions, the highest emotion, the deepest emotion, purest emotions. Поэтому сознание Кришны полно эмоций, самых возвышенных, самых глубоких, самых чистых. But material life, the emotions are all based around sense gratification and the body.
Что касается материальной жизни, то там все эмоции основаны на чувственных наслаждениях, на теле. The devotee's emotions are spiritual emotions. Тогда как эмоции преданных духовные. By chanting the holy name and by connecting ourselves with Krishna and Krishna's devotees, we can experience genuine spiritual emotions. Воспевая святое имя, общаясь, имея связь с преданными Кришной, мы можем испытать очень глубокие истинные эмоции. But in the material world, the emotions are all based around our own sense gratification. Но в материальном мире все эмоции, которые мы испытываем, основаны на чувственных наслаждениях. Yes. Any other comments? Какие-то есть комментарии еще? Тогда у меня технический вопрос. А вы говорили, что божество ума Анирудха, которому нужно также поклоняться, и также экспансия Анирудхи, это солнце, высылая из 4-й песни, мы сказали, что солнце является экспансией Анирудхи, божества ума. И у меня вопрос, разве не является ли луна экспансией Анирудхи, то есть связана с умом? Луна связывается, как правило, с умом в этом материальном мире. A technical question that I would like to clarify. You've mentioned that there is a presiding deity of mind, which is Anirudha, and the expansion, one of the expansions of Anirudha is the god of sun, which is referred to in the fourth canto of Srimad Bhagavatam. And my question is, isn't it the moon god who is the expansion of Anirudha? Because normally in this material world, we associate moon with our mind. Yes, it's true. But it's mentioned like this in Srimad Bhagavatam that Lord Shiva worshipped the sun god, and by worshipping the sun god, he was worshipping Anirudha. So some connect, certainly there. I mean, I appreciate your point that generally we think of the moon as being connected with the mind, but it's mentioned there in the song of Lord Shiva, how Anirudha was the sun god. Да, это так. Но в Шримад Бхагаватам говорится, что Господь Шива поклонялся именно Богу Солнца, как экспансия Анирудхи. Определенно связь есть. Я понимаю ваш вопрос, что обычно мы связываем деятельность ума именно с Луной. Но в Шримад Бхагаватам говорится, что в своих воспеваниях Шива упоминал именно, обращался именно к Богу Солнца. Now, I was reading yesterday, I saw there are different opinions about who is actually the presiding deity of the mind. Is it Anirudha? In some other places, other purports, Prabhupada mentions different scriptures which say, you know, Anirudha is the ego. And you know that there's different interpretations. Вчера, когда я изучала этот вопрос, я читала о том, что есть разные ссылки на разных личностей, которые управляют умом. В одном комментарии Шрила Прабхупада говорит, что это Анирудха, в другом комментарии он говорит, что Анирудха, он покровительствует ложному эго. То есть есть разные интерпретации. But if you read third canto, chapter one, third canto, chapter one, it's mentioned about Anirudha that he is the source of the Rig Veda, and the Rig Veda comes from the. How was it mentioned now? Rig Veda comes from. Anyway, it's mentioned there in the third canto, first chapter. They ask, how is Anirudha, and Anirudha is described as being the source of the Rig Veda and the one who fulfills all the desires of the pure devotees.
В третьей песне, главе 1 Шримад Бхагаватам Анирудх описывается как источник Ригведы. И то, что от него исходят, благодаря ему исполняются все желания, связанные с чистым преданным служением. And it said also Mahavishnu also is an expansion from Aniruddha. Там же также описывается, что Махавишна также является экспансией Манирудхи. So Purusha avatars, they're all coming that way from Anirudh. Что Пуруша аватары также исходят от Анирудхи. But it certainly there in the fourth canto about Lord Shiva, how he considered the sun god to be the coming from Anirudh. Но в четвертой песне мы видим ссылку на то, что Господь Шива обращался к Богу Солнца как к экспансии Нирудхи. But we do also hear about the mind, that the mind is also influenced. When on a full moon night, I remember a full moon night, you find a lot of people very much affected by the full moon. Но также про справедливое то, что ум находится очень сильно под влиянием Луны. Мы знаем, что при полной Луне есть много людей, которые, на которых Луна влияет очень сильно. Some people become very crazy actually on the full moon nights. It's often a lot of insanity that night. Многие буквально с ума сходят. Есть примеры сумасшествия во время полнолуния. So there is some, must be some connection there between the sun. Гульзат хотела задать вопрос, кажется. I have to read more into it. I have to look more into it. And, надо мне изучить этот вопрос поглубже. Hare Krishna. Hare Krishna, хорошо, спасибо вам за лекцию. Я хотела спросить, вот сейчас для меня было откровение, что разум находится в гоне страсти. Вот могли бы вы немножко прояснить, это именно при этом служении, да, здесь такая у нас идет понимание такое должно быть, да? Что ум — это гуна благость, а разум — это гуна страсти. Hare Krishna, Hare Krishna, dear Maharaj, thank you so much. It was kind of a revelation for me to find out that our intelligence is influenced by the mode of passion. How should we treat it practically in our devotional service? How should, could you please speak more about that, the difference mind and intelligence in terms of the modes? Well, we're devotees, we don't want to be in the modes, we want to transcend the modes, but at the same time we do want to use our intelligence in the service of Krishna. Мы преданы, и мы не хотим находиться в гунах материальной природы, мы хотим превзойти эти гуны, мы хотим возвыситься, и при этом мы хотим использовать наш разум в служении Кришне. So I did speak on that. I spoke about how we do have to plan for Krishna consciousness. We shouldn't be, just be so easygoing that, oh, I have no plan, just let whatever happens, happens. No, we have to have some plan. We have to think about the future, and we should be prepared and planning for our Krishna consciousness. Я уже говорил, немного затронул об этом, говоря о том, как важно планировать в сознании Кришны, не быть, важно не быть легкомысленным и размышлять так, что как будет, так будет, что случится, то случится. Нет, нужно быть, готовиться и быть готовым к тому, что произойдет. It was said just shortly before Prabhupada left the world, he called for one devotee, Giriraj Swami, and he asked him about, do you think our movement will go on after I am gone? До ухода Шрила Прабхупады, буквально незадолго, Шрила Прабхупада позвал Гирираджу с вами и спросил у него, как ты думаешь, будет ли продолжаться развиваться наше движение после моего ухода? And so devotee said, you know, well, yes, Prabhupada, I think if we remember your instructions and follow out what you've told us, I think it will go on.
И преданный сказал, да, я думаю, что он будет продолжаться, если мы будем помнить ваше наставление и следовать им. And Prabhupada said to him, he said, it takes intelligence and organization. И Шрила Прабхупада сказал, для этого необходим разум и организация. So this is important. We use our intelligence to organize things nicely so that things can go on. Поэтому это очень важно. Если мы будем должным образом тщательно использовать свой разум, тогда все наше развитие будет продолжаться. We have to think about the goal. Where do you want to go, right? Нам необходимо думать о нашей цели, быть нацеленным, думать о том, куда я хочу идти. There's a famous book we have in the West. I don't know if in Russia you know it. It's called Alice in Wonderland. And this story... У нас есть знаменитая книга, знаменитая на Западе, не знаю, есть ли она у вас в переводе, она называется «Алиса в стране чудес». So she goes into the Wonderland and she meets the first person she meets. She says to him, where do I go from here? So he said to her, well, where do you want to go? So she said, well, I don't really know. So he said, then it doesn't matter which way you go. Когда эта Алиса попадает в страну чудес, то первая личность, с которой она встречается, она спрашивает у этой личности, куда же я иду, куда мне идти? И он спрашивает, а куда ты хочешь идти? Она говорит, ну я не знаю. И он говорит, ну тогда тебе не имеет значения, куда идти. Без разницы, куда тебе идти. So this idea, we have to know where we want to go. But the goal is... Chaitanya Mahaprabhu said, Prem Punarto Mahan, the goal of life is to develop love of God. Поэтому нам нужно знать, куда нам нужно идти. И Чайтанья Махапрабху установил для нас эту цель развить любовь к Богу. So we have to think about how we can achieve that, how we can develop love for God. Поэтому нам нужно думать о том, как мы можем достичь этого, как мы можем развить любовь к Богу. So we should have some plan. Для этого нужен план. Use our intelligence to organize our life so that we can become Krishna conscious. Используйте свой разум, пользуйтесь им для того, чтобы организовать свою жизнь максимальным благоприятным образом для сознания Кришны. Okay. Харе Кришна. Маджи Мира, есть вопросы из Ютуба? Может, один вопрос? Похоже, нет. Тогда мы можем на этом завершить. Огромное спасибо, дорогой Махарадж. Замечательную лекцию, замечательную катху. Очень глубокую. Dear Maharaj, thank you so much for such a wonderful lecture, for such a deep katha. Okay, thank you for the time. Thank all the devotees for listening and for your questions. And thank Mataji for her translation. Very happy to meet all of you. Wish you all success in your Krishna conscious life. Srila Prabhupada Ki Jai. Спасибо вам большое, дорогие преданные. Спасибо за внимание, за ваше время, за ваши вопросы, за перевод.